Привет, и мы продолжаем тестировать новые обновления игры Swamp Attack, что означает в переводе «болотная атака». Играю, друзья, я сегодня с оружием от подписчиков. В прошлой части мы с вами уже прошли 7 эпизодов, а сейчас начнем 8. Итак, друзья, для первой битвы я беру команду от Айнас Муратшина. Попросил, друзья, чтобы я взял медведя, оружие гранатомет и электрический автомат. Ну, это вообще-то косморужье, но я понял, что имел в виду подписчик. Ну что же, друзья, начнем бой. Итак, вот выпущу сразу же я, друзья, кислотные облачка, чтобы приберечь мины. Кстати, взял я, друзья, знак стоп. Подписчик вообще не заказывал бомб, но я думаю, вот благодаря этим вот бомбам и тем, что мы можем блокировать ход вражеских этих, кто это, кстати, ежики с бомбами, вот, что-то они не очень реагируют на знак стоп, вот, проходят без проблем. Ну что ж, друзья, давайте-ка я применю бомбу-вонючку и применим уже тяжелое вооружение. Итак, из косморужья я поджариваю летающих ежиков, хотя больше похоже на какие-то свинок, либо опоссумов, непонятно, что это за монстр, за звери. Кстати, еще брошу один знак стоп. Вот, и посмотрим, удастся ли нашим героям. Итак, появились какие-то вредные вот водяные, то ли бобры, то ли ежики, кто-то из-под воды. Друзья, кстати, их раньше не было в этом обновлении. Вот подорвался, скорее всего, на мине, исчез. Тем не менее, вот здорово, друзья, воруют жизнь. Поэтому, друзья, нельзя позволять им приближаться. Вот, давай-ка медведь помогает вот с ними разбираться. Вот, кстати, давайте-ка я еще выпущу бомбу-вонючку. Пусть она немножко подгрызает жизнь у этих вредных летающих либо подводных монстров. Кстати, друзья, давайте-ка вот возьмем уже косморужье. Очень много жизни уже забрали враги у нашего героя. Вот, охотника, так мы можем и проиграть в этой миссии. А вот этого не хотелось бы, друзья, делать. Итак, друзья, давайте-ка еще вот гранатометом, друзья, вот начну здорово разбивать врагов. Не допускать, чтобы они вот нанесли много повреждений нашему охотнику. Итак, замечательно. Вот, продолжаем, друзья, атаку. Остался всего один заряд гранатомета, поэтому, друзья, я пока приберегу его. Вот, выпускаем бомбу-вонючку, выпускаем кислотные облачка и продолжаем, друзья, атаку. Вот, продолжаем атаку. Вот, продолжаем, друзья, наносить повреждения врагам. Итак, замечательное оружие, косморужье, но враг идет в атаку. Итак, друзья, нужно отбиваться. Нужно отбиваться. Вот, замечательно. Ну что же, друзья, по-моему, эта победа, удалось отбиться, хотя победа была непростая. Довольно-таки круто оказался враг, но зато мы заработали, друзья, 5800 монеток. Итак, супер. Вот, команда Айназа Муратшина мне понравилась, друзья. Ну а сейчас следующая команда от подписчика Алексея Кулеш. Алексей Кулеш попросил, чтобы я взял бабу, миниган, холодильник. Ну что же, давайте-ка пойдем по очереди. Вот, насколько я понял, он имел в виду бабу Клаву. Тетю Клаву вообще-то назовется. Вот, кроме того, друзья, после у нас появился новый герой, дядя Ваня. Вот этого героя и просил взять подписчик. Давайте-ка я немножко его улучшу. Вот на этом остановимся. Кроме того, попросил взять оружие, миниган. Вот, супер. Итак, есть взрывчатку, холодильник, пчелы, рояль, космооружие, облачко. Вот, ну что же, косморужье, друзья, мне тоже нравится. Давайте-ка мы его возьмем и перейдем к вкладочке со взрывчаткой. Итак, друзья, нам нужен холодильник. Вот, давайте-ка я уберу. Итак, попросил подписчик, чтобы я взял холодильник, чтобы я взял пчелы. Вот они. Замечательно. И чтобы я взял рояль. Вот, супер, и облако. Ну что же, замечательно. Кстати, облако было бы здорово, вот кислотное облачко подкупить. Ну, как-то вот так. Супер, друзья. А теперь в бой. Давайте-ка посмотрим, удастся ли нам справиться в 9-й миссии. Итак, 9-я миссия. Вот. Интересно, что из этого получится. Вот, в принципе, друзья, 10-ю миссию мы сможем пройти и так, потому что у нас воруют оружие. Итак, вот, друзья, не мог я разобраться в прошлой части, чем отбивается дядя Вася. Он отбивается кирпичами, друзья. Он строитель.
Вот, подсказывали подписчики. Итак, в нашего героя метают всевозможные предметы. Это уже не очень хорошо. Итак, друзья, где мой миниган? Вот, сила минигана. И смотрите, как здорово наносит повреждения. Вот, кстати, друзья, здесь придется применять, опять же, вот, давайте-ка я сброшу холодильник. Вот так, сбросим пчелы. Я не понял, друзья, как они пошли в атаку. Мы же их подмораживали. Вот, отлично, отлично разбиваем. И давайте-ка сброшу еще пианино. Вот, не на кого. Не на кого, ждем, ждем, ждем. Вот, давайте-ка на вот этих опоссумов бросим. Кстати, кто это там издалека бросает бочки, непонятно. Вот, и рушит наш домик нашего охотника. Вот, супер. Ну что же, миниган — это сила. Правда, я, друзья, практически уже все патроны истратил. Вот, нужно как-то аккуратнее это все проделывать. Итак, друзья, есть подарок, есть подарок, есть холодильник. Вот, удалось убрать какого-то водяного монстра. Итак, друзья, давайте-ка экономить патроны. Вот, какая-то тварь забрасывает нашу хижину бочками. Итак, давайте-ка я попробую подморозить. Сбрасываем вот улей и сбрасываем, друзья, пианино. Ох, как здорово пианино наносит урона. Ну вот, друзья, использовал я все пианино. Вот, ружье охотник подзарядил, и начнем понемножку выбивать монстров. Кстати, интересно, а бочку вот на излете могу я повредить или нет? Ну, пока нету времени, нужно справляться с вот этими вот дикими. Вот кто это, друзья? Очень похоже на поросят. Вот. Итак, друзья, давайте-ка я сброшу все же холодильник, сброшу еще вот улей и начнем понемножку выбивать. Итак, нужен миниган, друзья, нужен миниган. Вот так, супер. Избавился от летающих тварей, а вот теперь будем, друзья, стрелять из косморужья. Ну, я считаю, друзья, неплохо мы с вами справились. Вот до конца доходит миссия. Довольно-таки здорово сработало косморужье. Вот поджарим очередного летающего поросенка. Вот с пулеметами, ничего себе. Вот кто на заднем плане бросает бочки, непонятно, но наносят они довольно-таки приличный урон. Ну вот, друзья, по-моему, это победа. Супер. Вот, удалось, друзья, заработать 6230 монет. Вот, неплохой результат. Вот сейчас мы затаримся патронами. Но, правда, друзья, следующая миссия у нас с НЛОшкой, поэтому смысла нету, тем не менее. Итак, друзья, следующая команда от Славика Григорьева. Попросил он взять арбалет и кислотомет. Ну что же, супер. Вот, за оружие, друзья, ничего не говорил. Давайте-ка я возьму кислотомет и возьму арбалет. Вот, супер. Вот, ну что же, вот, по-моему, друзья, все, что мог, я купил. Вот что со взрывчаткой, друзья, непонятно, менять, оставлять. Вот, ну давайте-ка, друзья, я пока возьму вот вместо рояля пугало. Вот, оно мне очень здорово нравится. Было бы, кстати, еще и свинорола взять. В принципе, пишите в отзывах вашу взрывчатку, какую вы хотите увидеть в следующем видео, и я ее буду тестировать. Ну а сейчас, друзья, вперед, вот в атаку. Правда, друзья, с НЛОшкой нельзя будет воспользоваться этим вооружением. Поэтому, друзья, я думаю, мы команду от Славика Григорьева оставим на следующую миссию. Хотя, возможно, если охотнику выпадет это оружие, вот все у нас получится. Итак, НЛОшка ворует у нас все вооружение. Вот, тем не менее, удается подбить вот НЛОшку и выбить немножко оружия. Это уже радует. Вот, что здесь еще один холодильник. Ну и давайте-ка, друзья, сразу же подморозим. Супер. Вот так, что у нас еще в НЛОшке. Еще есть улей пчел. И давайте-ка я его сразу же сброшу. Пусть он немножко подгрызает. Вот, о, друзья, как достается нашему охотнику. Вот еще есть улей пчел. Давайте-ка его бросаю. И пусть он вот подгрызает врагов. Ого, друзья, еще какая-то выдра. И удалось, друзья, не понял, друзья, почему-то... Ага, мисс Чистюля, вот... Мисс Чистюля, друзья, она втянула холодильник, друзья, и я ничего не смог сделать. Супер, удалось пока подморозить крокодилов. Подбиваем НЛОшку и берем тыкву. Супер. Бросаем сразу же пугало, и пусть вот монстры отходят назад. Охотник пока перезаряжает ружье. Вот сбиваем НЛОшку и посмотрим, друзья, что из этого получится. Итак, подарок, друзья, кислотное облачко. Вы видите, друзья, не удается пока нам ничего сделать. Итак, супер, друзья.
Вот, отбиваемся от НЛОшки. Есть еще одно пугало. Супер, но нельзя позволять этим выдрам бросать гранаты. Вот, есть, друзья, 50 зарядов кислотомета, но я считаю этого мало. Мало для серьезного боя. Только начнем бой и все закончится. Вот, есть уже 100 зарядов. Это уже, друзья, лучше. Но сейчас давайте-ка и пусть я призову кислотное облачко, чтобы первым делом убрать мисчистюлю. Супер. Вот, выбиваем выдру. Вот, замечательно. Вот, ой-ой-ой, друзья, и надо выбивать НЛОшку. Есть 2 заряда к арбалету. Вот, посмотрим. Смотрите, сколько здоровья. Вот, уничтожает. Супер. Вот, замечательно, замечательно. Вот, ставим еще вот нашего, кстати, посмотрим. Есть, друзья, выбили 50 зарядов к кислотомету. И я, друзья, продолжаю атаку. Есть тыквоголовый. Вот, удается неплохо отбиваться. Супер. Ну что же, замечательно. Кислотомет, друзья, мы с вами вот зарядили. И первым делом я выбил мисчистюлю. Вот, супер. Вот, опять же, удалось, друзья, добыть вот ингредиенты. Ничего себе, какой оказался крутые бобры. Вот, давайте-ка, друзья, я еще брошу пугало. Нам, друзья, ай-яй-яй, мисчистюля вот слопала нашего пугало. Ничего не смог я сделать. Вот, кстати, есть 2 заряда к арбалету. Давайте-ка попробую что-то сделать. И еще вот так, супер. Ну вот, благодаря соседу Васе удается отбиваться, хотя вы видите, как здесь все непросто. Вот, честно говоря, очень трудные миссии сделали разработчики. Вот, еле удается проходить. Вот, где, кстати, опять вредная мисчистюля слопала. Вот, ничего не смог сделать. Есть 2 заряда к арбалету, и я вот так мисчистюлю при помощи арбалету и вот этого бобра выбиваю. Ну что же, миссия пройдена здорово, друзья, но я не могу засчитать ее. Все же я беру, друзья, команду от Славика Григорьева, потому что, видели, здесь практически арбалет не использовался, очень мало. Вот, поэтому давайте-ка пойдем в следующую миссию. Итак, друзья, уже удалось нам пройти 9 миссий, идем 10-ю, 11-я миссия, и это, друзья, просто в обычном режиме. Что будет в хардкоре, вот где изображен череп, друзья, я даже не знаю. Итак, друзья, здорово, вот посмотрим, удастся ли нам справиться с вот этими врагами. Вот, крокодилы идут в атаку, но здорово, что у нас есть холодильник. И я сбрасываю и подмораживаю вот вредных крокодилов. Вот, в кевларовых шлемах не просто их с ними справиться, но пока нам все удается. Есть, друзья, есть подарок, есть еще одно кислотное облачко. Кроме того, друзья, вот бросаю вот тыквоголового, который вот отбивается. Ну вот, друзья, пришло время и для кислотомета. Вот так, забрасывая врагов. Не забываем про летающих поросят. Вот, ну, как по мне, они больше на поросят похожи. Вот, диких особенно. Вот. Итак, друзья, стоит ли принимать арбалет? Ну, давайте-ка, друзья, попробуем. Вот, нет. На одиночку жаль тратить, друзья, арбалет. Вот, арбалет лучше тратить на толпу. Итак, замечательно, что наше ружье. Пусть охотник пока вот заряжает, а я, друзья, сейчас брошу холодильник. Итак, сбрасываем холодильник и подмораживаем. А вот теперь, друзья, по вот этой толпе стреляем из арбалета. Супер. Итак, неплохо подзаряжаем. И вот было бы здорово, друзья, вот этих еще вот на веревочках летающих поросят сбивать. Вот, кроме того, давайте-ка я воспользуюсь кислотным облачком. Неплохо. Ну что же, замечательно, друзья, практически вот миссия пройдена. Еще осталось несколько эпизодов. Вот, бросим-ка мы, друзья, холодильник. Вот так, подморозим врагов. И еще вот сюда улица с пчелами. Пусть подкусает. Итак, очень мало здоровья остается. Вот, враг крут. Итак, друзья, где мой арбалет? Вот, выбиваю оставшихся врагов из арбалета. Ну, по-моему, друзья, это победа. Вот, скорее всего, сейчас будет последняя атака. Вот, кто здесь у нас? Ну, мне кажется, друзья, тратить на одиночек вот арбалет нету смысла. Вот, я просто из ружья их добью, либо с кислотомета. Вот, супер. Итак, друзья, по-моему, еще полоска не закончена. Вот, отлично. Итак, летающих поросят удается мне сбить при помощи кислотомета. И, по-моему, уровень пройден. Да.
Победа. 9-11 уровень пройдены. Ну что же, супер. Итак, 5000 монет заработали мы за вот эту победу. И я беру, друзья, следующую команду от подписчиков. Итак, кошляк Никита попросил, чтобы я взял гранатомет и кислотомет. Вот, супер. Ну что же. Вот, вместо арбалета, друзья, возьмем гранатомет. Но нужно, друзья, еще подкупить боезапас. Ну и вот кислотомет, друзья, тоже нужно подкупить заряд. Вот, здорово. Кроме того, попросил взять дядю Васю. Вот, возьмем без тети Клавы и ядерный взрыв. Вот, ну что же, супер. Итак, вот только не уточнял подписчик, возможно, что-то еще с вооружения. Вот, давайте-ка, друзья, я возьму ядерный взрыв. Если будет очень туго, мы под конец его сбросим. Итак, друзья, куплю за 2000 монет, стоит ядерная бомба. Кроме того, давайте-ка возьмем какое-то оружие, которое сегодня еще мы не брали. Вот, возьмем ракетный удар, возьмем свинорола. Кстати, вот это оружие тоже появилось после обновления. И давайте-ка, друзья, еще возьму батарейку. Ну вот, супер. Итак, вперед, друзья, в атаку. Вот, напоминаю, команда от Кошляк Никиты. Вот, попробуем пройти 12-ю миссию и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, друзья, пишите в отзывах, в комментариях ваши команды, вот ваше оружие, которое вы хотите, чтобы наш герой использовал в бою. И да, вот как вам, друзья, наш сосед Вася. Довольно-таки прикольный герой. Вот, кстати, давайте-ка брошу свинорол. Ай-яй-яй, друзья, и я забыл вот подкупить свиноролов. Вот, в принципе, их пока достаточно. Вот, в принципе, маловато, всего 2 оказалось. Ну, зато много батареек. Вот. И, кстати, ядерную бомбу можно купить только один раз. Итак, охотник бросает батарейку, поджаривает врагов. Ну и пришло время для нашего гранатомета. Вот смотрите, как гранатомет массово наносит урон. Итак, супер. Вот, подберегу я пока заряды, воспользуемся кислотометом. Вот, супер. Вот так. Вот, отлично. И, кроме того, друзья, конечно же, не забываем про то, что у нас есть вот батарейка, чтобы поджаривать врагов. Вот, вредины подожгли мой дом, он горит. Но здорово. Итак, да, друзья, есть 2 заряда к гранатомету. Это здорово. Вот, удалось выбить подарку. Главное, друзья, не позволять вот этим вредным светлячкам, вот, чтобы они взрывали и поджигали наш дом. Здоровье понемножку уходит. Вот, да и выдре нельзя позволять, чтобы бросала бомбы. Смотрите, что ей вредно. Итак, друзья, давайте-ка я брошу ковровую бомбардировку. Вызываем самолетик, который бомбит. И из кислотомета добиваем вот этих мутантов. Супер. Есть, 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 друзья. Надо выбивать вот монстров. Итак, друзья, давайте-ка воспользуемся ядерной бомбой. Вот так, взрыв. Все враги уничтожены. Вот, правда, и наш домик догорает. Вот, где наша батарейка? Где наш кислотомет? Вот, супер. Ну что же, замечательно. Отлично, друзья. Разбиваем врагов. Вот, очень непросто, оказывается, все здесь проходить. Тем не менее, друзья, удалось заработать 6480 монет. Ну что же, хорошая миссия, хороший бой. И мы, друзья, идем с вами дальше. Беру, друзья, следующую команду от подписчиков. И это подписчик с ником Sonic Royale. Попросил, друзья, чтобы я взял его состав миниган и РПГ. Ну, РПГ это понятно, друзья, гранатомет. Вот, вместо кислотомета давайте-ка я возьму миниган. Ну, нужно будет, друзья, подкупить боезапасов. Вот, и гранатомет, кстати, тоже. Вот, что дальше написал. Усиленное пугало, ядерная бомба, холодильник и кислотный дождь. Без проблем. Без проблем. Давайте-ка, друзья, вот, возьмем то, что просил подписчик. Итак, покупаю ядерную бомбу. Отлично. Дальше нам нужно усиленное пугало. Вот, давайте-ка возьмем. Ну, вот, в принципе, друзья, неплохо, друзья, у меня сейчас есть пугало, но еще нужно 36 тысяч, пока не хочу тратить. Вот, замечательно, холодильник и кислотный дождь. Вот он, кислотный дождь, а вот и холодильник где-то здесь.
Вот. Ну что же, супер. Итак, друзья, напоминаю, команда от подписчика Sonic Royale. Да, вот, друзья, вот еще не уточнил подписчик насчет обороны. Кого брать? Либо дядю Ваню, либо медведя, либо соседа Васю, либо тетю Клаву. Давайте-ка, друзья, я возьму тетю Клаву и соседа Васю. А вы пишите в отзывах, в комментариях, кто у вас из любимых героев и кого вы хотите увидеть в следующем бою. Итак, 13-я миссия, друзья. Вот, давайте-ка попытаемся ее пройти и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Будет непросто пройти эту миссию, но я надеюсь, спа-терапия называется эта миссия. Ну что же, вперед. Итак, появились НЛОшки, появились разные вот водные твари. Вот, давайте-ка, друзья, я сразу же вызову кислотное облачко. Появились вот крысы с ружьями, вредины. Они издалека стреляют, друзья, и наносят неплохие повреждения. Вот, кстати, друзья, у нас еще есть холодильники. Вот, я буду пытаться их сбрасывать. И вот, смотрите, как здорово удалось подморозить НЛОшку. Пока еще рановато. Кстати, давайте-ка еще брошу пугало, вот так. Отлично, пусть подзаряжается наше ружье. Вот, полностью заряжено. А вот теперь, друзья, давайте-ка выстреливать заряды. Вот, пока миниган я приберегу и гранатомет, потому что видите, какие здесь тяжелые миссии. Вот, вызываем вот кислотное облачко, вызываю пугало и сбрасываю холодильник. Вот. Ну что же, неплохо. Неплохо, но, друзья, я чувствую, что сейчас придется уже браться либо за миниган, либо за гранатомет. Итак, где же наш миниган? Итак, вперед по вредным крысам, по вредным НЛОшкам. Вот так здорово охотник уничтожает вражескую нечисть. Вот, супер. Вот, удар гранатометом, замечательно. Вот, и очередная крыса повергнута. Вот, супер. Ну, а вот появилось время, нужно, друзья, перезаряжаться. Вот, кстати, супер, сработает еще тетя Клава и дядя Вася. Тетя Клава, видите, отбивается веслом, а дядя Вася стреляет из ружья. Вот, кстати, не успел взять уточку, за уточку нам еще дают монетки. Вот, неплохо, неплохо. Бросим пока вот пугало. Вот, бросим пока холодильник, подморозим и аккуратненько расстреляем издалека. Вот, что у нас с патронами? Пока еще есть. 100 подарки есть, друзья, еще 100 патронов к минигану. Мелочь, а приятно. Вот, итак, где же наш миниган? Вот, выбиваем НЛОшек и наносим повреждения крысам и другим болотным тварям. Вот, супер. А ну-ка, друзья, давайте-ка еще попробую. Вот, и с гранатометом. Вот, отлично. Смотрите, как здорово гранатомет наносит удар. Вот, не могу сдержаться, надо выпускать кислотное облако, потому что враг силен. Друзья, враг силен. Где мой миниган? Вот, разбивает вражеских крыс. Вот, в принципе, довольно-таки неплохо здоровье они у нас уже подгрызли. Тем не менее, удается пока отбиваться. Вот, замечательно, друзья. Итак, давайте-ка, друзья, я сброшу ядерную бомбу на вот этих вредных крыс. Буду знать, как нападать на нашу хижину. Вот, супер. Итак, великолепная победа. Хороший бой. Вот, на этот раз, мне кажется, друзья, мы лучше с вами справились. Вот, ну что же, супер. Итак, друзья, за последние два видео я взял просьбы от подписчиков насчет того, какое оружие, каких помощников и какую взрывчатку брать в следующих миссиях. Буду ждать от вас отзывов, комментариев. Вот, пишите вот свои отзывы, комментарии, какое вы хотите оружие, какую взрывчатку и какую оборону вот для следующих миссий. Ну а сейчас, друзья, осталось у меня еще 2 единицы энергии. Давайте-ка я возьму какую-то мою команду. Вот, возьму-ка, друзья, я соседа Васю и возьму еще, прошу прощения, дядю Вадю и соседа Васю. Вот эту комбинацию я сегодня еще не пробовал. Вот, давайте-ка возьмем что-то из оружия, то, что мы сегодня тоже еще с вами не брали. Вот, не брали огнемет. Давайте-ка, друзья, я его возьму. И еще возьму-ка я М16. Вот, как-то вот так. Вот что у нас с зарядами. Вот по максимуму огнемет и по максимуму М16. Вот, и пойдем с вами в битву. Итак, вперед, друзья. 14-я миссия. Вот, я думаю, друзья, давайте-ка мы с вами еще пройдем НЛОшку, 15-ю миссию, и на сегодня уже закончим.
Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, удастся ли нашему охотнику справиться. Ай-яй-яй, друзья, и я не взял, вот, я не взял, к сожалению, бомб достаточно. Есть, конечно же, у нас сейчас вот пугало, чтобы отпугивать врагов. Есть у нас кислотное облачко, я его пока приберегу. Хотя нет, давайте-ка, друзья, воспользуемся. Итак, подгрызает мутантов этих многоглазых коров, вот. Отлично, ну и, конечно же, друзья, придется воспользоваться вот. Итак, где же мой любимый М16? Замечательно, вот так стреляет и выбивает оставшихся врагов. Надо, кстати, подморозить. Отлично, подмораживает врагов. Берем аптечку и продолжаем выбивать корову мутантов. Ну что же, охотник молодец. Перезаряжаем ружье и ждем следующей атаки. Вот давайте-ка сразу же остановлю пугало. Вот и посмотрим, что из этого получится. Да, кстати, друзья. Ого, ничего себе. Там, оказывается, была еще и пиранья. Вот подплыла к нашему охотнику и вот подгрызала. Вот держим оборону, друзья. Пытаюсь, друзья, я отбиваться от пираний. Вот давайте-ка запущу кислотное облачко. Давайте-ка сброшу холодильник. Подмораживаем и выбиваем из ружья оставшихся монстров. Вот замечательно, замечательно. Кстати, не забываем про вот пугало. Вот отпугивает немножко. И давайте-ка, друзья, осталось мало зарядов. Я буду уже при помощи огнемета вот поджаривать врагов. Что у нас? Итак, есть, друзья, есть ядерный взрыв. И я не могу им не воспользоваться. Бросаю и взрыв, и тотальное уничтожение. Вот, супер. Ну что же, вот остались только жалкие коровы-мутанты, которых мы из огнемета вот так здорово поджариваем. Ну вот, по-моему, друзья, миссия пройдена. Нет, скорее всего, друзья, еще последний мутант. Вот, супер. Ну что же, хорошая победа, хороший бой. Давайте-ка, друзья, для последней миссии на сегодня я возьму что-то из вооружения. Хотя НЛОшка все украдет, но, возможно, что-то интересное нам попадет. Итак, давайте-ка, друзья, вот возьмем миниган. Вот так, возьмем миниган и возьмем-ка, друзья, огнемет. Вот, что-то он мне очень нравится. Вот, кроме того, давайте-ка, друзья, что-то из усиленного оружия возьмем. Все равно нам, у нас сейчас это все украдут, но, возможно, друзья, удастся применить что-то. Вот, кстати, давайте-ка я возьму вот самолетиков, тоже их очень люблю. Оборону, друзья, я оставлю. Ну что же, вперед, друзья, последняя миссия с НЛОшкой на сегодня. Вот, и надеюсь, наш охотник справится в этой миссии. Нет у меня, к сожалению, сейчас вот бутылочек, чтобы спасти охотника, поэтому нужно стараться не погибать. Итак, как мы уже знаем, НЛОшка ворует оружие, ворует боеприпас, и мы просто есть. Итак, удалось первым выстрелом добыть патронов к минигану. Вот нужно выбивать инопланетян, этих вот вредных слизней. Что у нас в НЛОшке, друзья? Бомба-вонючка. И я сразу же, друзья, воспользовался этим оружием. Вот что у нас еще? Вот самолетик. Ковровая бомбардировка, она не помешает. Итак, самолетик летит и наносит повреждения. Что еще, друзья? Есть рояль. Давим при помощи рояля, опять же, вот этих инопланетян. Ну что же, пока, друзья, довольно-таки неплохо мы идем. Вот, удается воспользоваться неплохо тем вооружением, которое у нас есть. В запасе у меня еще 100 патронов к минигану. Мне маловато, но я пока думаю, этого нам достаточно. Итак, друзья, бросаем бомбу-вонючку. Вот, стреляем из ружья и ждем момента, когда вот воспользуемся, друзья, самолетиком. Есть! Друзья, бросаю самолетик, и ковровая бомбардировка наносит неплохие повреждения. Здорово. Вот еще вызываю самолетик. Вот что у нас здесь. И здесь у нас бомба-вонючка. И я не упускаю, друзья, момент, чтобы воспользоваться. Ну что же, замечательно, друзья. Есть патроны пока в ружье. Наносим повреждения и перезаряжаем. Так, что у нас еще в НЛОшке? Еще один самолетик. Замечательно.
Вот, пока приберегу, друзья. Ну вот, друзья, заканчиваются патроны, закончились патроны. И есть, друзья, ядерный взрыв, есть патроны к минигану. И я начинаю вот стрелять из минигана, сбиваю из минигана вот оставшихся монстров. Вот, супер. Это что, все очень быстро, друзья, закончились патроны к минигану, но зато попало 50 вот единиц к огнемету. Ну, вот так. Итак, друзья, есть еще патроны к минигану. Кроме того, друзья, сейчас бросаю ядерную бомбу. Вот. Итак, тотальное уничтожение. Враг уничтожен и победа. Вот. Итак, супер, друзья, еще мы заработали с вами 6710 монеток. Вот, замечательно. Итак, друзья, сегодня на этом уже я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментарии, вот какое вы оружие хотите увидеть в следующей миссии. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Есть у нас на наличии миниган, гранатомет, кислотомет, косморужье, арбалет, огнемет, М16, УЗИ, двустволка. Вот, кроме того, из бомб, друзья, из взрывчатки. Это у нас просто динамит, коктейль Молотова, холодильник, бензоканистра, батарейка, кислотный дождик, знак стоп, пугало, свинорол, воздушный удар, улей, рояль, бомба-вонючка, ядерная бомба. Вот, и кроме того, друзья, из обороны уже 4 героя. Тетя Клава, сосед Вася, медведь и дядя Ваня. Вот, ну, вот такие вот пироги. На этом, друзья, сегодня уже прощаюсь. Всем пока-пока. А чтобы не пропустить, друзья, ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!